делаю пирожки какие-то. Давай. Тут будем пикник устраивать. Я покрывало с собой не взяла, выложила. Думала, что мы до скамеечки дойдем на пляж. Эх. Зато сколько ромашек мы встретили. Красивых. Целая полянка ромашек. Я хочу. Не надо, а вот одну ромашечку почему бы и нет. Но не сейчас, а когда домой пойдем. Тогда три бери. Тремя подружками веселее. Какая красота. Идем дальше. Лёва очень сильно понесет корзину. Ну идите, я за вами. Хорошо, иду. Встали? И правда, тут рассыпал цветочек. Рассыпались. Да, помните, была целая поляна голубых-голубых цветочков. А сейчас я вот этих голубых цветов. Есть. Ага, отцвели нас. Отцвели. Ой, смотрите, а вот таких вы видели? Язычки желтого цвета. Вот этот, да, это тысячелистник. Он даже пахнет вкусненько. Мам, смотри, как будто по снегу очко. Мам, как будто по снегу очко делаю снег. И разлетелись снежинки. Да, Лёва, это тысячелистник был. Круто. Конечно, и бабочки вон летают. И бабочка желтая. У вас очки есть, можно брать с собой, ловить бабочек и рассматривать их через сеточку, а потом выпускать. Не-не, если сеточка, ты не повредишь.
увидели, что маленькие абрикосики вот уже висят на дереве? Посмотри, там цветочки красивые, желтенькие. Попончик.